Ну а мы попробуем немножечко еще поиграть. Поесть эти яйца. Кстати, скоро рыба у нас будет пожариться. Мы ее сейчас, кстати, покушаем. Нам будет много очень монеток дадут. Много монеток. Это хорошо. Посмотрим, сможем ли мы съесть эти 10 яиц. Так, давайте все это прожуем. Кстати, желудок только 1% уходит. Вот, рыбка. Золотая рыбка еще не готова. Да как так? Я вижу, что она уже готова. Почему не готова-то? Так, что у нас здесь по деньгам? Так, нет, мне нужно рот увеличивать. Размер рта. Так, золото. Блин, а зачем? А, золото, господи. Я думаю, зачем нам золото? Надо будет посмотреть рекламку будет. В следующий раз. Так, и что это мы сделали? Пукнули. И что это нам дало? Так, это что такое? 10 уровень, конечно. Так, ну что у нас? Почему еще рыбка не готова? Алло. Ладно. Так, а это тут все убрать, что ли? Это что такое? Так, это не то. Уровень игрока и тоже не то. Так, подарки. Ага, ладно, нет. Ладно, давайте продолжаем. О, рыба готова. Точно, все. Сейчас мы это яйцо доедим и будем есть рыбку. А, рыбка нам даст очень много монеток. Ой, хорошо. Нифига, мы стали рыбу как жрать быстро. Сейчас мы что-нибудь прокачаем и попробуем с вами, ребята. 10 яиц поесть. Так, что у нас тут? Давай размер рта увеличим. Все, это максимально я увеличил. Ну и укус еще прокачаем. О, скорость. А подожди, может вызов? Блин, вы не можете использовать вызов при таком вот максималке. При максималке. Вон оно как. Вон оно что, Михалыч. Так, ну все, давай попробуем. 10 вареных яиц. Давай быстрее, 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 быстрее. Это у нас дает 30 секунд, что мы 10 яиц съели. Так, ну рот-то прокачали. Поэтому, по идее, он должен быть хорошо прокачиваться. Так, давайте продолжаем есть. Давай быстрее, быстрее, ешь уже. Сколько у нас там? 4 яйца осталось практически. О, может быть, мы сейчас, ребятушки, с вами и выиграем. Посмотрим. Давай, давай, ну быстрее. Да что ж ты такой-то медленный, алло. Да как так-то? Так, давайте что-нибудь обновим. Что здесь можно обновить? Размер живота. Ну, давай прокачаем. Так уж и быть. Так, ну что, попробуем вызов. Давайте что-нибудь обновим, например, мощность укуса. Поехали, вызов готово. 10 яиц. 10 яиц за 28 секунд. Блин, у нас был, оказывается, полон рот до этого. И это очень плохо. Это очень плохо. Потому что... это будет нам мешать. Блин, и мы, наверное, даже, может быть, не успеем. Ой, хотя, может быть, и успеем. Два яйца осталось всего лишь. Давай, 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 доедим сейчас быстренько. 7 секунд. О, мы успели. Мы успели, мы проживали же все. А, нужно еще здесь проживать. А, успех. 500 монет мы получили. Так, ну давай, смотри, питание мы разблокировали теперь.
Давайте выберем шоколадные штучки. А, вот они, печенюшки, как мы съели. Открыли, печенье. О, за печенье нам должны больше денег дать, наверное. Смотри, как он долго эти печенья, кстати, ест. Очень долго. Но зато... Ого, 300 монет ждали, прикинь. Круто. Ну, печенье поинтереснее, наверное, будет, слушай. Надо нам этот самый прокачать. А, что у нас тут? Ой, блин, какое все дорогое, капец. Все очень дорогое, это просто вообще, я в шоке. О, смотри, живот уменьшился. Так, а помет еще когда? Через... А, на 10 уровне, фига себе. Так, у нас скоро закончится 5 уровень, будем на 6. Еще немножко осталось, кстати. Так, давайте все это прожуем быстренько. Так, продолжаем есть. Что-то он медленно, кстати, ест. Очень что-то замедлился. Ты давай быстрее ешь. Слушай, печенье, ну яйца ты хорошо ел. А вот печенье что-то ты не можешь нормально есть. И он, кстати, автоматически не ест, я так понял. Надо постоянно нажимать на него. Так, что тут здесь можно? Критический укус, скорость. Какая скорость? Что дает эта скорость? А, скорость сживания, может быть? Ну вот хорошо, если это скорость сживания. Да. Но вызов... Вызов мы не сможем, конечно, сделать. За 30 секунд столько печенья съесть. Поэтому я не вижу никакого смысла вообще здесь что-то пытаться. Ладно, сдаемся. А что еще прокачаем здесь? Давай вот самое такое недорогое. Критический укус. Ну, как-то так. Пусть он ест немножко. Продолжает кушать. Да, но все равно уже лучше мы прокачали этого героя нашего. Так что, ребята, будем, наверное, заканчивать серию. Все-таки всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.